Торжественное открытие Дня города состоялось на площади Ленина и началось с театрализованного представления, рассказывающего историю возникновения города над Бугом. Легенду про купца и бересту знает каждый житель нашего города, ведь по преданию именно кора этого дерева стала прародителем названия города над Бугом. Не пройти! Продолжили программу открытия выступления творческих танцевальных коллективов. Интересной оказалась программа Белорусского республиканского союза молодежи. Восторг у зрителей вызвал парад воинских подразделений Брестского гарнизона и ветеранов. Председатель городского исполнительного комитета Александр Полышенков поздравил брещан с 994-летием родного города и 69-й годовщиной освобождения Бреста и пожелал процветания, развития и мирного неба над головой. В эти солнечные летние дни мы отмечаем одно из самых знаменательных событий в жизни нашего города – день его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С той дальней поры прошло уже 69 лет. По традиции, одновременно с днем освобождения мы отмечаем и день города, которому исполняется 994 года. За время своего существования Брест прошел трудный путь борьбы и побед. Неоднократно подвергался нашествиям иноземных захватчиков. Не раз был разграблен и разрушен, но всякий раз восставал из руин. Самое главное, что ни один враг так и не смог истребить любого брестян к свободе и независимости. Стремление самостоятельно решать свою судьбу, а в сердцах всегда сохранялись терпение, отзывчивость, дружелюбие, общительность и гостеприимство. По традиции, в ходе торжественного мероприятия было названо имя человека, которому присвоено звание «Почетный гражданин города Бреста». В этом году им стал Александр Савчец, генеральный директор открытого акционерного общества «Савушкин продукт». Это высокое звание он заслужил за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в экономическое развитие родного города. Концерт на площади – отправная, но далеко не единственная точка празднований. Сразу после окончания торжественной части руководители области и города, гости и все брещане приняли участие в шествии по улице Пушкинской в сторону Советской. Хлебосольный город встречал участников своеобразного парада, ярмарки, выставки, презентации и концертные программы. Все это создавало настоящую праздничную атмосферу и дарило много положительных эмоций. Тем более промышленникам Берестейского края есть чем похвастаться, есть чем гордиться. Достижения и успехи каждого предприятия явно прослеживались на презентационных витринах. В этот день город наполняется большим количеством самых разнообразных площадок, где можно и потанцевать, и вкусно поесть, и посмотреть концерт. В этот день жителям города Бреста хотелось бы пожелать хорошего настроения и прекрасно провести время. Одной из основных точек шествия стало посещение открывшегося накануне Дня города торгово-административного центра «Дидас Персия». Красивый фасад, который уже могли увидеть берестейцы, не обманул ожиданий. Внутри здания также торжественно, элегантно, но в то же время комфортно и удобно. А также, что немаловажно, сохраняет в себе частичку культуры, истории и традиций Востока, увлекательных и таинственных, которые подарили городу над Бугом еще один повод для гордости.